вами магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в обзоре автомобильный набор инструментов «Дизель 216 предметов». Код товара DZ216. Это полупрофессиональный класс инструмента. Более всего он подойдет для домашнего применения, то есть для ремонта и обслуживания автомобиля дома в гараже. Материал изготовления инструмента хром-ванадиевая сталь, указывает производитель. Набор состоит 216 предметов. Выпускается на заводе в Китае. Вот эта упаковка от набора. Сверху одевается на пластиковый кейс. Информация, которую указывает производитель, это CRV, хром-ванадиевая сталь. Трещотки на 72 зуба, это мелкий шаг. Три рабочих квадрата, 1,2 дюйма, 3 восьмых дюйма и 1,4 дюйма. И указывается, где набор производится с обратной стороны. Это что по важной информации. Теперь перейдем к обзору самого инструмента в кейсе. Начнем мы с трещоток. Три трещотки по 3 рабочих квадрата. 1,4 дюйма маленькая, 3 восьмых дюйма средняя и 1,2 дюйма. Это большая трещотка в данном наборе. Эти трещотки идут немного с изгибом, неровные. Рукоятка, красный цвет, это прорезиненный пластик. И черный, обычный пластик идет. 72 зуба мелкий шаг. Трещотки разборные, 3 винта. Можно выкрутить это, обслужить внутри механизм. Есть быстрый сброс, фиксация головки. Одели, нажали кнопку, нажали, быстро скинули. Реверс, это переключение право-влево. По надписям на трещотках дизель, CRV, хром-ванадиевая сталь. Длина трещотки под 1,2 дюйма 255 мм, средняя 200 мм, 1,4 дюйма, маленькая 165 мм. Все идут с изгибом небольшим. Очень, кстати, похож этот инструмент по внешнему виду на наборы ЯТА. Две отверточные рукоятки. 150 мм. Рукоятка полностью пластиковая. Есть присоединительный квадрат. Сюда вы можете подсоединить или трещотку, или вороток. Далее удлинять удлинителем. Вот таким образом. Сюда вы можете подсоединить или головки под 1,4. То есть где-нибудь подлезть в труднодоступные места. Или из биты, которую я дальше покажу, с адаптером. И получаете отвертку. То есть вариантов множество, в зависимости от работ, которые вы будете производить. И еще одна есть отвертка. Это более полноценная отвертка. Рукоятка также комбинированная. Резина-пластик. Резина это черный цвет. Очень удобно лежит в руке. Отверточная рукоятка с магнитом. Есть у нас биты в битодержателях в наборе. Вот они. Далее я буду показывать биты. Выбираете биту, вставляете и получаете уже полноценную отвертку. Битодержатель с магнитом. Длина данной отвертки составляет 210 мм. Т-образные воротки. Два воротка под 1,4 дюйма. Маленький вороток, 110 мм длина. Для того, чтобы срывать, дотягивать гайки. И большой вороток под 1,2 дюйма. Под 3 восьмых в наборе нет. Если вы снимете адаптер с этого воротка, получаете удлинитель 250 мм. Адаптер может служить вам для перехода с квадрата 3 восьмых на 1,2. То есть берете трещотку 3 восьмых, вставляете в адаптер и получаете, то есть адаптер на 1,2. То есть головки можно использовать в трещотке по 3 восьмых. Головки 1,2 дюйма. Также под 1,2 есть под 1,2 дюйма. Есть еще один удлинитель 125 мм. То есть два удлинителя. 250, 125. Это под большую трещотку. Под 3 восьмых дюйма у нас идет один удлинитель 150 мм. Под 1,4 два удлинителя 50 и 100 мм. Это что касается удлинителя. Свечные головки в наборе.
21 мм, 21 мм и 16 мм. То есть 16 мм у нас под квадрат 1,2 дюйма свечная головка. И две одинаковые головки 21 мм, только одна под квадрат 3/8, другая под квадрат 1,2 дюйма. То есть под большую и под среднюю трещотку. Внутри головки имеют резиновые вставки, для того, чтобы свеча не выпадала. Три кардана. Карданы скреплены металлическими вставками под три трещотки для труднодоступных мест. И теперь биты. В наборе три вида бит. Начнем мы биты, которые идут с адаптером. Здесь присоединительный квадрат 1,4 дюйма под маленькую трещотку или под вороток. Вот они. Общее количество их в наборе 30 штук. Вот они. Размер, не размер, а профиль BitTorx есть. Шлицевые, крестовые и шестигранные. Вот они. Все биты по размерам подписаны. То есть на кейсе есть указатели. Далее, биты, которые используются отдельно с переходниками, то есть с адаптерами. Два адаптера под 3/8 дюйма и под 1,2 дюйма. Эти два адаптера вы можете использовать вот с этими битами в наборе. Вставляете сюда нужную биту и подсоединяете трещотку или вороток. Также шестигранные, торксы, торксы с отверстием и биты RIPE. Это биты, которые идут с адаптерами. И биты в битодержателе. Вот они. Их вы можете использовать через адаптер 1,4 дюйма. Вот он. С трещоткой или воротком. Или просто через вот такую отвертку с битодержателем магнитным. Я уже показывал. Вы получаете полноценную отвертку. Здесь больше профилей, здесь шлицевые. Крестовые, тут очень много их, даже некоторые, я не знаю, как называются. Вот, видите? Много профилей бит, покажу вам поближе. Вот разные профили. И головки. В наборе шестигранный профиль головок. Головки Torx, шестигранные обычные, короткие и длинные. Начнем с 1,4 дюйма. Общее количество головок 13 штук. Самая маленькая у нас 4 мм шестигранная. Самая большая на 14. Это под 1,4. Под 3,8 дюйма у нас 10 головок. Самая маленькая 10 мм. И самая большая на 19. Это под среднюю трещотку. И под 1,2 дюйма под большую трещотку 14 головок. Самая маленькая 13, самая большая у нас 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 200 грамм. Обозначение здесь на металле CRV, это указатель хромованадиевая сталь и надпись 32 мм. Покрытие матовое, полностью всего инструмента в наборе. И головки Torx. Общее количество 14 головок, Е4 самая маленькая, самая большая Е24. Головки длинные 18 головок, самая маленькая у нас 4 мм, самая большая 22 шестигранная, это длинные. Длинные под 3 рабочих квадрата. Это 1,4, 3/8 дюйма головки. И верхний ряд. Это у нас 1,2 дюйма. И набор комбинированных ключей. 12 ключей комбинированных. Размеры ключей 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 это самый большой ключ. Дизель указывается, ну, сам логотип товара, дизель на ключах 19, хром ванадиевая сталь указывается с обратной стороны. Гарантия на инструмент дизель составляет 1 год с момента покупки в нашем магазине. Так, еще забыл набор
Г-образных ключей в наборе есть. 7 Г-образных ключей, 6-гранных. Так, и еще вот 2 биты у нас. 2 биты с адаптером под квадрат 1,2 дюйма. Это Т70 бита и Т50. С комплектацией все. Теперь перейдем к кейсу. Кейс состоит у нас из двух частей. Зависы пластиковые, но внутри имеются металлические штыри. Запирание, металлические замки. На замках логотип дизель. Замки съемные. То есть их можно заменить. Ну, металлические замки, чтобы поломать, это нужно взять целенаправленно их ломать. И посмотрим, как держится инструмент в верхней крышке самого кейса. То есть хорошо зафиксировали все. И пробуем закрыть, чтобы ничего не упало. Все держится на своих местах. И теперь габариты кейса. Ширина 49 сантиметров, длина кейса 37 сантиметров, высота кейса 10 сантиметров. Логотип дизеля это на верхней крышке идет. Пластик средний, то есть по жесткости. Потому что есть жесткий кейс, а здесь он такой нечто между средним, между мягкими кейсами и жесткими. Вес набора составляет 10 килограмм. Напоминаем за подписку на канал, за оставленные комментарии при заказе. Вы указываете, что вы оставили заказ и комментарии у нас на YouTube-канале. Из этого получаете дополнительную скидку при заказе. Спасибо за просмотренный видеообзор. До свидания.